Уже в фойе настроение всем, кто был приглашен на праздник, поднимал оркестр детской школы искусств «Апрель Бенд». Судя по количеству занятых в зале мест, на праздник постарались прийти большинство из тех, кто в Ленинском районе работает в сфере культуры. Сотрудники библиотек и домов культуры, педагоги и преподаватели, руководители творческих коллективов. И именно к ним с приветственной речью обратилась советник главы Ленинского муниципального района Елена Добрина. Пожелание всего самого-самого хорошего, что только может принести наша профессия. Наша профессия приносит нам все. Она приносит нам радость. Она приносит нам удовлетворение. Она приносит нам творчество и восторг, который мы по поводу этого испытываем. Стоит отметить, что организаторы праздника постарались сделать так, чтобы мероприятие получилось неформальным. В начале программы перед работниками культуры выступил коллектив балета «Тодос». Основой же действа, которое получило название «Праздник праздничных людей», стало театрализованное представление с участием сказочного персонажа. Разве ты не видишь, что я могущественный на всех континентах дичин? Надо отметить, что авторы сценария поработали на славу. После каждой реплики в зале то и дело слышался смех. Но юмор и шутки удачно сочетались с официальной частью. Со сцены выступали руководители общественных и муниципальных организаций, представители законодательной и исполнительной властей района и области. Культура – это один из важнейших элементов самоопределения любого государства. А уж в такой огромной и великой стране, как Россия, это вообще стержень, вокруг которого все и держится. И с каждым годом мы понимаем об этом все больше и больше. Естественно, что главными событиями мероприятия стало награждение деятелей культуры, внесших значительный вклад в развитие района и области. Но особо чествовали тех людей, кто посвятил работе на этой ниве большую часть жизни. Сегодня в зале присутствовали люди, работающие в учреждениях культуры Ленинского района более 40 лет. В первую очередь я хотел бы поздравить наших ветеранов, работников культуры и поблагодарить их за тот опыт и те традиции, которые вы передаете молодому поколению. И вот, как уже было сказано ранее, культура – это действительно такое всеобъемлющее слово, потому что, вы знаете, нет такой страны и не может быть такой страны и государства, в которой нету культуры. За заслуги в области культуры в этот день было награждено более 60 человек. Им вручались почетные грамоты Министерства культуры Московской области и главы Ленинского района, благодарственные письма Московской областной думы и Совета депутатов, знаки главы района и городского поселения «Видное» и ценные подарки. Спасибо вам за работу. Спасибо за труд. Спасибо за все, что вы делаете. И главное, что все это мы делаем вместе с вами от души. Поверьте, не ради показателей, не ради результатов. Но когда они есть, нам с вами приятно. Поздравить работников культуры также пришли участники молодежной группы театра «ТВИД», представители танцевальных и песенных коллективов Ленинского района. Максим Козлов, Владимир Андреянов, Алексей Руднев. «Видное ТВ».